Yes, всем привет, это Илья. Hi, my name is Carlos Gomez from Mexico. В Старбаксе решили сегодня с утра, что пришло время поехать на границу. Получилось дешевле, с нас взяли 120 песо. Это вообще 8 долларов, даже 7. 7 долларов за такси. Итак, все, мы идем. Вот она граница. Здесь можно поменять оставшиеся песо на доллары. Таблички, указатели, куда идти. Поворот USA направо. Вот как раз указатель. То, что налево будет граница с Соединенными Штатами. Мы идем. Подошли к самой границе. Здесь всего лишь человек 15-20. Никаких 2-3-часовых очередей. Это очередная байка. Кто-то кого-то кошмарит, и люди в это верят. И нет здесь никакого там насилия, опасности и прочего. Вот граница, вон люди. Всего лишь там, я не знаю, ну 10-15 человек проходят. Там дальше без труда пересекают хитрость. Для того, чтобы вас не развернули здесь с вашим статусом асайлум, ну, естественно, здесь нужно побывать и выяснить, как это делается. Если вы просто пройдете там в очереди, подойдете к мексиканскому военному, скажет, что вы crazy, да, и скажет, убирайтесь отсюда, потому что на статус asylum подают, есть определенный порядок, как это делается здесь, и если вы приедете без знания всего процесса, просто вам будет сложно это сделать. Либо вам придется здесь кого-то нанимать, просить, искать переводчика и так далее. Чтобы этого избежать, естественно, нужно быть подготовленным, естественно, нужно понимать, куда вы едете и зачем. У нас здесь есть специальный человек, наш друг Карлос Гомес, наш представитель, который будет курировать наших ребят здесь, помогать. Он говорит на английском, на испанском, уже учит русский. Дочка, бабушка. Бабушка. Итак, вот уже русский язык, уже еще чуть-чуть и будет знать в совершенстве. Итак, ребята, наш друг Карлос Гомес будет вам помогать здесь, потому что нужно знать, что делать и каким образом поступать.